Я вас приветствую, дорогие любители, поклонники Generals, Zeraor. С вами Бляры на ваших экранах. Вечная карта пустыня. Она всегда игралась, играется и будет играться в Generals Zeraor. И снизу начинать у нас Китай, пехота Виолексис 0.98. Но я думаю, уже для вас не секрет, что данная каточка Мироры, поэтому Молиэр тоже играет за Китай пехоту. И знаете, дорогие друзья, мне кажется, что под Новый год предновогоднее настроение и просто потрясающая каточка подходит. И, конечно же, сюда все внимание. Ну что ж, в два сапа начинает у нас Виолексис, как я правильно, через Google переводчик, не знаю, она правильно подсказала, неправильно, ну, называть его VLXS тоже как-то такое. Виолексис мне подсказала бот-переводчик, вот, ну, ладно, так и буду его, значит, называть, или просто голубенький китаец. Начинает в два ресурсных центра, военный завод, казарма, стандарт полнейший, в принципе, разбег, кстати, в центр сразу от розового Китая, военный завод. И казарма, да, тоже по центру. В принципе, одинаково у нас начинают оба генерала со старта. Не знаю, если честно, кто скрывается под никнеймом Молиэр, кто под Виолексисом скрывается. Может быть, это реально ребята есть под такими никами, а может быть, какие-то профессионалы не хотят выдавать, что они играют и активно готовятся к мировой серии 2020 года. Ну да ладно, дорогие друзья, в центре, да, разборочки, посмотрите, первое прикосновение, первую кровь пускает Виолексис своему оппоненту, минус был ракетчик сейчас с правого фланга, бункер, ох, Молиэр решил сыграть более, видать, да, более дефно, посмотрите, бункер справа, бункер слева, и пока только открытое пространство по центру, засаживается здесь также дом, ракетчик усаживается, а аванпостами здесь играть нужно мега аккуратно, потому что ракетчики легко их вскрывают, и я думаю, что труповозы здесь очень сильно даже пригодятся, хотя посмотрите, голубой китаец также по флангам бункерится, и такой ранний эйрфилд. Знаете, вообще практика раннего эйрфилда на самом деле я поддерживаю, я сам после, не помню какого реплея, играли какие-то два профессионала, и Фаргу вроде бы играл, да. И я сам начал такую тактику задействовать, она очень и очень хороша. Потому что мигами работать полезно, особенно вскрывать вражеские аванпосты. Хоть этим и ракетчики хорошо справляются, да, но ракетчики, они не такие молниеносные. Вот как раз таки вскрылся, посмотрите, аванпост, куча пехоты здесь образовалась на базе у Молиэра. И у нас первый хеликс, да, никаких мигов. Чисто с Хеликса начинает голубенький китай-мальчик. Молодец. Интересно будет. Я думаю, что охота за дозерами обеспечена. Ну вот один стоит. Вот второй сверху катается. Да, опять же скрыт аванпост. Пока не удается эту голубую группу остановить вообще никак. Аванпосты здесь бесполезны. Нужны мини-ганнеры. В бой пошел саппалтрак. Посмотрите. Неудачно. Да, приходится прям все задействовать. И танк-дракон также выходит на эту тропу войны, но трехлучковый мини-ганнер, конечно, нужно его сжигать. Все, справляется вроде как розовый китаец, но новое бедствие обеспечено. Хеликс практически уже полон. Да, последний ракетчик сажается, и все слоты здесь забиты. Также полетели миги. Должен сейчас Молиэр узнать, что его соперник играет филд, но будет ли он ждать Хеликса, вот в чем вопрос. И по центру здесь бункер настолько уже опасается розовый китаец своего соперника. Ой-ой-ой, неприятно сжигается пехота. Да, и вот он, Хеликс полетел, посмотрите, дозер здесь. Минус дозер, будет дорабатываться ресурсный центр. Дозер также минус, да. Ракетчики как-то хромающие идут, перебинтованы. Смотрите, один только тут целый, два. Два целых, три каленых, Хеликс остановился, минус казарма также есть. Вот это неприятно с электростанция в ущерб и эйрфилд. Попытка уйти от розового Китай пехоты, но тут же минусуется. И последний дозер неприятно. Что ж, филд, да, думаю, филд тоже доработается. Вот вам, дорогие друзья, и Хеликс просто божественно залетел. We'll be right back.
Все, что надо, в этой игре он выбил. И с этим не поспоришь, да. Пошел танк-дракон здесь по центру. Ну, не знаю, дорогие друзья. Уже центр пропаганды есть. Можем и лотоса увидеть, миги в воздухе. В принципе, данный Хеликс, как по мне, уже... ну, на 85-90% решил исход этой игры. Но посмотрим, опять же, все-таки военный завод есть. То есть, да, нужные постройки у китайца остались. У него работают все-таки один ресурсный центр. Правда, аж 4 саполтрака. У него есть казармы, у него есть военный завод, у него есть одна вышка. Поэтому все еще будет дальше сражаться Мольер. Ай-яй, минус миг, ай-яй, минус второй. Но пехота с собой забрала немножко в ад следом. Да, ну и что ж, VLXX... VLXX, блин, какие никнеймы ставят, боже, VLXX, короче, просто будет VL голубенький, вот, ну, я не виноват, ребят, сами такие никнеймы ставят, а я потом сиди, язык ломай, как бы, два трубовоза выходят от голубого, танк-дракон здесь, ну, есть чем останавливать, в принципе, да, я думаю, что немножко все-таки VLXX подрасслабил булки, потому что главную задачу Хеликсом исполнил, хоть и пехоту не успел высадить, но все же. Да, и пошли уже ЕЦМки. Что остается розовому китайцу? Конечно, только идти в пуш, потому что уже командный центр почти достроился у голубого китайца, и повышениями просто добить последние здания, а юнитами можно до конца обороняться. То есть сейчас практически здесь в пех Мироре реально задача невыполнима. Была бы Юса Мирор, я бы согласился, типа там на контроле Хамви. Но здесь пехота на пехоту, это всегда, конечно, знаете, обычно размены, они размениваются. Поэтому здесь тяжело пробить розовому, сейчас будет голубому, очень тяжело. Почему-то тоже труповозами-то пользуются, да и экономика. И второй ранг уже, кстати, в VLXX. Вы видите, да, вот X-Point есть, вот 1100 у него и 500. Ну, Мольер, в принципе, вообще не нужен никакой ранг уже. Вскрывается аванпост, куча пехоты здесь, голубой выскакивает, посмотрите, сколько. Оу, заблокировался завод-то. Приходит ЕЦМ-ка, ну что-то как-то более-менее у розового получается. И дикий спам. Казарма, военный завод действует. Да, денег, конечно, не так много. Сейчас 900 баксов у Мольера на счету, и VLXX имеет 50 баксов, только что была штука. Куда-то потратил. Да, выходит тут такая толпа пехоты, просто жесть. Но тут толпу очень болезненно останавливать. И уже во вторую вышечку пошел Мольер. Ну, как-то, знаете, VLXX все-таки позволяет немножко своему сопернику играть. Рано слишком он задницу расслабил. Да, и здесь как хорошо вскрывается аванпост при помощи мига еще. Ну и такую пачку пехоты с ракечкой микс тяжело. Аванпосты здесь бесполезны. Нужен, как по мне, спам драконов. Но вот идет труповоз, кстати. Труповоз, драконы, да. И попытка заблокировать филд. Но он стал аванпост. Пошел сразу же все это дело зачищать здесь Китай. Пех, естественно, голубенький, да, и минус аванпост. Ну вот миги взлетают, дальше лететь, да, не получается. Все-таки, как я и предполагал, размениваться пехотниками намного сложнее, чем другими генералами. Потому что пехота есть и там, труповоз заказался, деньги есть и все. И как бы проблем особо больших не испытываешь. Ну вот скрывается, не успел высадить, посмотрите, как мигом всю пехоту потерял здесь Мольер. Ну, француз-то китайский, что ж такое-то, а? И танк-дракон, ну, можно. Да, можно танк-дракон. Кстати, арт-удар уже пошел. И ковровка от VLXX. Да, ну и что по зданиям? Казарма, военный завод, электростанция, саплай и по военному заводу, да. По военному заводу здесь. Ой, лол, ковровка-то не долетела. Сбили, посмотрите, труповоз был. Сбил ее, Мольер. Ну, это хорошо, да. И поэтому военный завод остается у него все еще функционировать. Здорово сейчас, в принципе, пока смотрится. Розовый китаец, хоть и со старта получил много неприятностей, и справляется. Голубая пехота справляется. Также работают миги, их много, их три. Сразу же убирается танк дракон и уверенно, вполне сейчас VLXX держит оборону. Вполне уверенно. Почему-то только он не юзает лотос. Черный лотос, я считаю, в такой ситуации очень сильно пригодилось бы. Распродается бункера.
Все правильно, один, по крайней мере, чтобы была денежка. Ну, вот эти бункера тоже можно продать, потому что нижний китаец особо вперед-то и не рвется. Его и так все устраивает, он все прекрасно понимает, что ему только качать ранг в обороне и уничтожать уже своего соперника. Да, этот вариант, он не особо быстрый, но надежный. И вот здесь встречается вновь пехота. Немножко розовый не контролирует, здание забирает зато. Да, и уже танками драконами приходится здесь кататься Мольеру. Опа, 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 надо контрить, ой! Ой! Ой, как опасно! Сыграл голубенький Тай, сколько пехоты потеряно! Вы просто поглядите, дорогие друзья, на это, на эту беду, катастрофу! Сейчас для голубого китайца провал полнейший, так бездарно потерять столько пехоты. Но можно было бы отойти, не знаю, все-таки мигов дождаться. Да, жестоко, но и знаете, сейчас лучик света вроде бы все-таки в сторону Мольера немножко начинает светить. Сам тоже пользуется драконами. Ему бы еще и аванпосты начать юзать, потому что драконы дают в базе. Но опять же, есть воздушные, посмотрите, рыцари. Ой-ой-ой. Так, Филд. Филд выживает, все нормально, не дали сжечь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, труповоз! Выживает, ракетчики также выживают, еще один следом драконом. Просто из последних сил сейчас работает розовый китаец. А что остается делать, когда у соперника есть все? И как раз таки черный лотос вот захватил вышку, она наконец-то, мы увидели черный лотос сейчас. Опять минус дракон, из последних сил ВЛХС отбивается. Но вот лотос может все зарешать. Захват последних построек. Их всего осталось 4. Пошла ковровочка. В этот раз долетает на казарму. Минус казарма, больше не будет казарма. Но есть еще военный завод. Опа. Где можно получать миниганеров с труповоза и ракетчиков, естественно, с аванпостов. Но вот сейчас миниганеры шикарно работают. Минус. Все миги были погашены. Но высаживать свою пехоту тоже надо бы. Потому что если не успеваешь ее высаживать, то она, вот видите, как получается, да. Не законтролируешь и все. И она в статуи, пацаны, превращается в памятники. И в итоге их разрушают. Исчезают памятники эти. Ну что ж, дорогие друзья. И Мольер просто в этой блестящей битве сейчас смотрится мега невероятно, мега классно. Потому что он прорывается, посмотрите, вплотную к базе соперника. И знаете, я думаю, что... ну, захватить не грех, что-нибудь захватить. Опять не высаживаются ребята. Но... ну, такой, знаете, есть небольшой баг. Не успеваешь высадиться, все. Пехи глючат, пехи помирают. Причем, если ты их не высаживаешься, они из техники в минус половину хп высаживаются. Вот, вот высаживает Мольер, кстати, высаживает свою, свои войска. И этим помогает. Саполтраки также в бой бросает. Просто невероятно, дорогие друзья! Уничтожается военный завод, и розовый пех сейчас себе под Новый год просто сюрприз какой-то делает. Захватывает он пока уверенно данную пустыню. Но командный центр-то есть, однако ковровочка счастливая, может прорубить просто все войска. Да и осталось еще. Военный завод все-таки заминусовался, да, лотос, лотос была. Видать, лотос зарешал, но лотос убили. Немножко не законтролил я эту ситуацию, извиняюсь, но да ладно. То есть, минус военный завод. Supply, электростанция. И арт-удар, да, пошел арт-удар. Что остается здесь? Электростанция, supply. Ну, все. В LXS последнее здание, все. Все, это GG, дорогие друзья. Просто невероятно. Что делает розовый китаец? Ковровка падает на дракон, не успевает.
И GG просто на каких-то, не знаю, крополях сейчас вытаскивает эту катку. Мольер просто на крополях. Розовый пехотник побеждается в данной битве. Да, 15 минут кайфа, 15 минут сока. Я думаю, вы со мной согласитесь, дорогие друзья. Оставляйте свои мнения в комментариях. Обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Не забывайте про группу ВКонтакте и Дискорд канал. А я с вами не прощаюсь.